Вращаем палочку вперед, перед собой. Раз, два, три. Лечебная гимнастика – одна из самых простых процедур в реабилитационном отделении Чернянской районной больницы. На восстановление пациентов после целого ряда заболеваний. Для профилактики рецидивов здесь работает целый спектр услуг. На этом аппарате мы можем усиливать нагрузку, как усиливать, так уменьшать. А также есть третья функция, когда аппарат работает сам, а человек, пациент, значит, просто держится. Новый аппарат уже пользуется у пациентов спросом. Использовать его можно и для ног, заменив насадки. Есть в реабилитационном центре и водолечебница, где можно пройти различные процедуры от душа Шарко до радоновых ванн. Фонд поколения Андрея Скотча помог и здесь. У нас раньше была такая ванна. Она очень хорошая, удобна для крупных людей. Ну, сейчас нам поколение подарило вот такую ванну красивую. Все очень рады за такой подарок, своевременный, хороший подарок. Реабилитационное отделение действует на базе больницы почти 10 лет и пользуется большим спросом не только у чернянцев, но и жителей других районов области. Мы сейчас с помощью нового оборудования сможем более эффективно и более быстро восстанавливать людей после перенесенного инсульта, всевозможными нейропатиями, периферической нервной системы и нарушениями двигательной сферы активности. Поэтому мы рассчитываем на то, что будет пользоваться спросом у наших пациентов. Главное не ждать, когда болезнь застигнет вас врасплох. Первый шаг в здоровую жизнь можно сделать уже сейчас, начав с профилактических процедур.